подписчикам, какие-то вот кто-то так продавал. Стали люди отдавать. Были несколько человек, которые привозили, они знали, что вот это у меня мечта, вот это моя цель, которая обязательно, ну, как бы, исполнится эта мечта, и которой добьюсь, это музей, и они знали, они привозили. То есть привозили, знали, что это в музей, передавали музею. Я не могла их подвести, и вот открыла музей. Сейчас тоже люди, спасибо им огромное, они приносят игрушки, дарят музею. Когда я посадила, пристегнула на переднее сиденье куклу, да, то есть я не видела, что за мной наблюдает, я ее пристегнула, чтобы она, ну, как аккуратно ехала, и он так посмотрел странно, да, сначала, конечно, странно относился, и, естественно, изначально это когда одна игрушка, две игрушки, одна коробка, две коробки, а потом, когда просто уже в доме было не пройти, но я всегда говорила, будет музей, это, в принципе, единственный человек, муж, который меня поддерживал, который мне помогал, вот благодаря ему, конечно, музей существует, да. А у меня дома была оборудована целая комната под музей. Я зашла в комнату и говорю своим игрушкам, а почему вы не хотели, чтобы мы выиграли? Я стала с ними разговаривать. У меня уже слезы на глазах. Заходит муж, говорит, ну, Ян, как-то не совсем серьезно, что ты плачешь? Я до безумия расстроилась, я с ними долго разговаривала. Я помню, почти всю ночь не спала. Поговорила, ушла, я говорю, вот вам жалко, чтобы вот он был у нас дома. Такая странная случайность. Человек, который делал ставку, он почему-то от нее отказался, а мы были следующие. Соответственно, он едет в Ригу.